понедельник на Иваново обрушился снегопад. Из-за снежных наносов в центре города образовались транспортные заторы. По прогнозам синоптиков, снег будет идти до утра вторника. В городской мэрии нам сообщили, что сейчас на уборке улиц в городе задействовано 25 машин, которые занимаются прометанием улиц. Но основная работа начнется ночью, когда для вывоза снега будут задействованы все ресурсы, то есть более 100 машин. А если понадобится, привлекут дополнительную технику.